Его Преосвященство Владыка Феогност приехал поздравить православных Анапы с одним из главных праздников Русской Православной Церкви – Рождеством Христовым. На праздничную службу собрались прихожане Свято-Ануфриевского храма, гости города-курорта, учащиеся воскресной школы и кадетских классов, казаки. Глава Анапы Сергей Сергеев вместе с анапчанами встретил владыку. Взрослые дети принимали главное таинство церкви – таинство святого причащения. Епископ Новороссийский и Геленджикский поздравил всех с праздником, пожелал быть твердыми духом и благословил на труды праведные. Учащиеся воскресной школы Анапы спели рождественскую песню. Все дети в храме получили сладкие подарки.